Воспитанники студии «Берег детства» стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса «Таланты нового века». Он прошел накануне в Москве. По итогам конкурса лауреатами второй степени стали группа «Класс», солистки Кира Кирьянин и Диана Киреева. Лауреатами третьей степени признаны группы «Бимба» и «Привет», участницы Катя Федорова, Маша Крутая и Вика Капран. Кроме того, Настя Тишкина стала дипломантом первой степени.